продолжается, и это гол. Линия выдвигается вперед, а почему бы направо не отдать? Сам идет, бросает и забивает. Готовы мы были, я думаю, ко всему. Просто реализация сегодня у нас была плохая. Моменты создавали, особенно во втором периоде, даже немножко инициативу в свои руки взяли, но не получилось реализовать моменты. А у соперника все пошло, они забили свои голы. И завтра будет разбор соперника, поговорим, где надо, как сыграть. И все, в бой.